Док импостер за Тифу. Тифа, видимо, как Дэвил Джин дерется. Слоу Джин над Тифой измывается. Как может. Под секанами ее бьет. Явно блондинка против брюнетки что-то имеет, короче говоря. Битва идеологии, можно сказать. Че, светленькие или темненькие? Производители пива могли бы заплатить за рекламу этим игрокам сейчас. Или спонсировать их. Пока светленькие одолевают. Жалуются на размер груди Тифа в чате, говорят, не соответствует она гордому имени этого кастома. Ну, Док Импостер сам хозяин сисек своего персонажа. Так что нельзя винить его в том, что он создал свою Тифу такой, какой она явилась ему в мечтах. Пинается тоже Тифа ногой. Садится неуместно весьма. Ой-ой-ой, загорается огнем. И да, Док Импостер очень быстро.